Яндекс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер, Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня певец, композитор Олег Газманов. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте вопрос. Также пишите по WhatsApp 230-6191. Олег Михайлович, ну вопрос к вам как к спортсмену, к человеку, который увлекается спортом. Смотрели ли вы хоккей? Следили. Смотрел. Ну, насколько было возможно. Вот финны, на ваш взгляд, заслужили победу в чемпионате мира? Да, заслужили. Они же наших обыграли, они же заслужили. А что произошло с российской сборной, на ваш взгляд? Потому что ожидали, что с таким составом, в общем-то, Россия уже практически обеспечила себе золото. Знаете, честно говоря, вы не того нашли. Я не такой большой специалист вот в хоккее. Не фанат, по крайней мере. Ну, то есть, мне очень нравится, я слежу за нашей сборной, и я считаю, что вообще хоккей нам ближе, вот, россиянам, да, чем футбол. Но я не могу прямо вот так вот ответственно говорить, что произошло, почему и так далее. На мой взгляд, сугубо такой, значит, индивидуальный, ощущение такое, что не нужно было брать игроков высшей категории НХЛ. У них мотивация не та. Они себя хранят для будущих финансовых побед, наверное, все-таки, во-первых. Во-вторых, они уже себя проявили, а это такой шанс проявить себя, чемпионат мира. Вот молодые бы, более такие, значит, наши игроки, бы рвали вообще там, лед бы плавили, ноздри раздували и так далее. Мне кажется, нужно было вот в этом направлении побольше поработать. Потом еще такой момент, вот опять же, на мой взгляд, вот представьте себе, ну, тот же Овечкин, там на него целая команда работает, они ему на пятачок доставляют, он там. А он специалист, вот. А он как бы не специалист доставлять кому-то, понимаете? Вопрос уже сыгранности, команды и так далее. Но это вот опять же мое мнение. Ну вот вы сказали о мотивации. Вообще звездный статус, он как влияет на мотивацию? Это относится не только к спортсменам, но и звездам эстрады, шоу-бизнеса в том числе. Вот с мотивацией не возникают проблемы, когда достигаешь определенного? Ну да, вообще мотивация такая, что артист должен быть голодным, когда он будет подмостки рвать. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, тоже, понимаете, например, у меня такая планка, и ниже опускаться не хочется, и неинтересно вообще. Лучше просто закрыть эту тему. Поэтому, конечно, у нас все-таки по-другому, мне кажется. Не так, как у спортсмена, не в чистом виде. Потом, опять же, вот у спортсмена все-таки, хочешь не хочешь, есть возраст, который берет свое. А мои, как бы, слушатели, зрители, они и новые появляются, конечно. Ну и они вместе со мной растут и взрослеют, это уже моя публика. Вот, и это тоже, понимаете, и потом, и я считаю, что в шоу-бизнесе важно не кто выше ноту возьмет, да, а кто дольше ее протянет. Ну вот, говоря о возрасте и спорте, вы в одном из интервью говорили о том, что можете отжаться столько, сколько вам лет. Это было, кажется, в 2012 году, вам тогда был 61 год, и вы могли отжаться 61 раз. Ну, тогда еще 61-летним пацаном, да. Сейчас я отжимаюсь 67 раз, 22 июля мне придется отжиматься 68 раз. Дело в том, что я это делаю каждый день. Дело не то, что я могу или не могу. Может, я и больше могу отжаться. Не в этом дело, сколько ты отжимаешься. Дело в том, что это должно быть каждый день. И не только отжиматься. Это должна быть, наверное, ну, определенная нагрузка. Я для себя, например, выработал комплекс упражнений, который мне реально помогает. Там, как у бывших спортсменов, вот со спиной обычно проблемы, есть определенный комплекс. Там, подкачать все эти места, как бы, это другой момент. Дыхание там, для певцов важно, там, чтобы не было простуды, еще что-то. Дыхание пострельниковое. Это целый большой комплекс, который, в общем-то, со мной. Ну вот еще одно событие, которое помимо хоккея обсуждалось, в том числе, конечно, в музыкальном мире, это песенный конкурс Евровидения. Следили ли вы за ним и как оцениваете результаты? Я за ним не следил. В последнее время не слежу. Мне кажется, рассвет Евровидения был, когда были такие группы, как Абба. Это была группа еще
Brothers Hoffman, по-моему, называлась. Ну, когда песни оставались, понимаете? То есть проходите Евровидение, а ты ходишь, напеваешь эти песни. Вот. И что-то в голове. Вот я последние несколько лет, если смотрел, я профессиональный человек, вот меня останови через там два дня, я не напою ни одну песню. Понимаете? Не напою. Да, вот этот парень, который на скрипке играл, я найду. А песня, песню напой. Невозможно. И поэтому я перестал как композитор, вот я считаю себя профессионалом, мне не нравится создавать мелодии. Вообще сейчас кризис мелодии, вот, с появлением рэпа там и так далее. Все-таки рэпы, как анекдоты, их можно один-два раза послушать, они проходят и уходят. А великие мелодии остаются. Сейчас останови любого, почти любого. Из кинофильма «Крестный отец», например, могут какие-то мелодии воспроизвести, правильно? И мне тоже хочется, чтобы мелодии оставались, те, которые я сочиняю. Поэтому я последнее время не смотрю, там еще много, тем более там много политики. Там где-то какой-то народ на какой-то обижен, так что-то. Поэтому не ставят там лайки, там эти не звонят, смс и так далее. Поэтому, да, и еще один момент, который мне вообще не нравится. Например, некоторые народы вставляют своих исполнителей, и они поют песни, неважно, на английском там, или на греческом. Но это видно, например, что гречанка поет греческую песню. Это национальный признак этой песни слышен. Мелодическая линия какая-то там, опевание и так далее, мелодия, гармония. Или там Бразилия, ну, не было там из Европы, но неважно. Гречане – это английская песня. Когда выходит наша, я не понимаю, какой стране принадлежит эта песня. Понимаете, и меня это раздражает. Я считаю, что Россия – великая страна с великими музыкальными традициями. Вот великая музыкальная страна, скажем так. И есть из чего эти традиции, эти мелодии брать. Есть плеяда великих композиторов. Есть сплав, который образовался за время Советского Союза из разных музыкальных национальных течений. И Армения, там, и Латвия, и еврейские, там, грузинские, славянские. И вот это вот все переплетение, это очень богатое, знаете, такой суп, из которого можно что-то сварить. И тем не менее, получается, какие-то мелодии непонятные какие вообще. Вот это мне не нравится, и поэтому я как бы не то, что я не стараюсь специально не смотреть, но как бы некогда. Дел я не смотрю это. Ну вот вы сказали о мелодии, и ведь любую вашу песню, ну опять же, как мне кажется, можно прочесть как стихотворение. И, кстати, далеко не каждую песню можно перевести именно в стихотворную форму, чтобы это было так органично. Вот какое значение для вас имеют тексты и над словом, как вы работаете? Ну, для меня, с тех пор, как я стал сочинять стихи к песням, для меня это скорее даже важнее, чем все остальное, потому что если нет смысла, у меня вот смысла в том, что я доношу, если нет поэтического образа, то тогда для меня неинтересно дальше просто. Тогда нужно или инструментальную музыку сочинять, или что-то другое. Но касается песен, это должно тронуть. И, конечно, мне, я, наверное, счастливый человек в этом плане, потому что, например, мои, скажем, поэтические вот эти вот формы, да, они вплетаются уже в речь моего народа. Когда говорят мои мысли, мои скакуны, да, уже понятно, кто это. Или говорят, не знаю, там, офицеры, ваше сердце под прицелом. Ты служишь украшением стола. Не Саул, что ж ты бросил коня. Ты морячка, сразу ответит, я моряк. То есть вот это вот все для меня очень важно. Поэтому я и дальше работаю в этом смысле. И для меня крайне важно написать такое стихотворение, такие слова, чтобы они дальше запали в душу и чтобы они как бы шли с человеком всю его жизнь, наверное. Вот это мне очень важно. То есть тексты живут уже отдельно от мелодии и превращаются в такие, ну, крылатые фразы, выражения, может быть? С одной стороны, да. С другой стороны, мои тексты можно отдельно читать от музыки. Но это не обязательно в песне. Это не обязательно в песне. Даже, ну, рифмы не обязательно в песне именно. Там главное вот смысл музыкальной фразы. Но у меня, я не могу остановиться, пока я до конца не отшлифую все это. Более того, когда же я считаю уже, что законченное стихотворение получилось, я потом еще ставлю фильтр на воспроизведение, потому что русский язык, в отличие от итальянского и, может быть, английского, не такой, ну, скажем, удобный для вокала. Поэтому я меняю слова, оставляя, как бы, смысл песни, но так, чтобы легко было петь. Понимаете? Единственная моя. Это, получается, нет вот
СП. Короче, я не запираю язык и горло, я пою. Так и стараюсь сочинять. Ну, для вас важно, чтобы песня отражала время, потому что вот вы упомянули песню «Путана», ты служишь украшением стола, и эта песня, я ее впервые услышал в раннем детстве в гостинице «Измайлова», как сейчас помню. Я тогда спросил у своего дедушки, когда тогда был жив, что это за «Путана», очень красивая ночная бабочка, и он мне объяснил. Я тогда понял, что это, в общем-то, женщина, которая в том числе работали тогда в гостинице «Измайлова». Ну, вот это отражение ведь времени, потому что, наверное, сейчас Петя... Путане не актуально, а тогда это как раз было таким символом, интердевочка и так далее и тому подобное. Для вас важно отражать время в песне? Ну, во-первых, путана сейчас актуальна, это да. Но они не поют. Это не просто песня про ночную бабочку, это там целая история в песне. Меня в Афган, тебя в валютный бар. В меня стрелял душман, а ты свой божий дар сменила на ночное ремесло. Понимаете? Теперь и тысячу стоит туалет. Любой, кто заплатил, имеет все права. Лишь мне с тобой встречаться смысла нет. Это трагедия. И люди это любят, когда целая история жизни отражена вот в одной песне, сконцентрирована в поэзии. Я поэтому поэзию, кстати, больше люблю, чем прозу, потому что, ну, для песни, по крайней мере, это концентрация мысли вот нескольких строчек, сразу образ возникает. Что касается, ну, современных, там, как вы спросили, политических, второй момент этого вопроса. Отражает ли письма время и насколько это важно, чтобы она отражала время? Понимаете, хочешь или не хочешь, она все равно новые песни отражают время. То есть, как бы, не я пишу песни, наверное, да, песни пишут меня. Окружающая среда, там и политическая, и ритмы меняются. Уже раньше, если раньше можно было как-то так свободно и долго писать, то сейчас больше, чем 3 минуты уже не пускают на радио, там 3-3.5 минуты песня должна быть. И ты должен успеть туда втащить вот то, что ты хочешь там. Я иногда даже куски такие рэповые вставляю, потому что хочется сказать, но не успеваю. Там, не знаю, как раз. В некоторых песнях это есть. Конечно, отражается все. Все меняется, ритмы меняются. Если раньше танцевальный ритм считался 120, то сейчас 140 и выше. Ну вот, кстати, про песню «Путана» еще один вопрос, который меня интересует. Ведь с Михаилом Шафутинским вы по-разному поете. Вы как раз упомянули встречку «В меня стрелял душман», а он поет «Я землю ковырял», и далее, в общем, там уже как раз лагерная тематика. Вы, кстати, обсуждали этот момент? Я расскажу, как получилось. Это не моя тема. Это, кстати, вольное отображение этой песни Александром Кальяновым. Дело в том, что Кальянов первый спел эту песню. Он в свое время, мы когда записывали песню «Люси», на его студии, значит, а он мне говорит: старичок, у тебя для меня что-нибудь там не найдется? Он увидел, что у меня много песен разных. Я говорю: я подумаю. У меня на песне «Путана» было целых там 18 куплетов. Там целая поэма была. Я еще ее не пел. Я просто ее сделал, ну так еще не записал. Я ему показал, он говорит: о, это мне подойдет. Он взял эту песню, спел, и я не знал, как он ее спел. Он взял и с этой песни поехал в составе группы с Аллой Пугачевой на гастроли по Америке. И там он пел вот это вот «Я землю ковырял», там, значит, и все такое, лагерная тема. Я когда это услышал, я говорю: Сань, ты что, совсем с ума сошел? При чем тут это? Тут совсем другое. А он говорит: старичок, ты посмотри на меня, какой душман в меня стрелял. И вот «Землю ковырял» — это вот моя тема, понимаешь, шансонная. А вот в Афганистане — это другая тема. И я поэтому ее и перепел сам. У меня было много песен, много хитов, я на нее так не концентрировал. Мне обидно было, что они так сделали. А Шафутинский не знал, что это моя песня. И он даже на пластинке написал, по-моему, песню Александра Кальянова. А Саша так не очень-то распространялся, что это моя песня. Вот. А потом, правда, на каком-то концерте он меня пригласил. Шафутинский при всех сказал, что очень благодарен за эту песню. Там. Вот они так и оставили «Землю ковырял». Ну вот вы в одном из интервью сказали, что, выходя на сцену сегодня, уже в том числе и с новыми песнями, вы боретесь отчасти и с самим собой, с собой молодым. Если так можно сказать. Вот насколько вы сам себе серьезный конкурент? Так оно и есть. Но у меня противник очень сильный, молодой Газманов. Во-первых, был такой взрывной всплеск, когда я зашел со своими ИСАУЛами и эскадронами. И первое вот восприятие, конечно, очень сильное. И представьте себе, что у меня были концерты, например, 8 или 9 концертов олимпийских, полностью битком олимпийских, 8 или 9 концертов. И через 2-3 месяца, через 2, по-моему, типа по просьбе трудящихся, еще дополнительных 2 или 3 концерта. Вот так у меня и так мне все и шло. Около 80, больше 80 тысяч человек на стадионе «Лыжники».
Причем в прессе как-то не очень про это писали. Был такой концерт «Монстры рока», где были все, и «Металлика», и «Сидиси», вот все приехали. Они собрали больше 40 тысяч человек на стадионе в Лужниках. И про них вся пресса писала. А я собрал около 80 тысяч, и никто особенно про это не говорил. Ну, такая жизнь была. Но с тем Газманом бороться сложно. Тем более он так лихо делал сальто. Я сейчас, в принципе, если психану, могу прыгать на сцене. Но сейчас все-таки... Вот я считаю, что зато у меня тоже есть аргументы. Во-первых, я стал более мудрым. Во-вторых, я как режиссер своего концерта стал более продвинутым. В-третьих, я уже не за внешними эффектами гонюсь, а за контактом зала. У меня вот такие интерактивные концерты, которые всем очень нравятся. В-четвертых, мои новые песни и вообще песни, которые сейчас я пою, хоть голос мне не такой звонкий, но пою я лучше, объективно, профессиональнее. Группа у меня тоже стала очень круто играть. Некоторые со мной ребята вот по 30 лет работают. Ну, и так далее. Да и новые песни, собственно, они же новые. Вот. Песни-то новые, интересно послушать. Поэтому, ну, не знаю, сложно сказать, но мне кажется, на концертах у меня ничья между старыми песнями и новыми. Пока ничья. Но старые песни вот тех же офицеров вы сегодня поете по-другому? Ну, я имею в виду именно такое душевное наполнение. Или так, да, же, как тогда? По-другому. Я раньше пел, знаете, как сразу барабаны вступали, прям там, господа офицеры, и понеслась там. А сейчас я под гитару пою весь первый куплет и припев. Причем припев я вообще не пою теперь. Я пою только офицеры, и сразу, вот сколько бы человек ни было, там 100 тысяч человек, там, не знаю сколько, миллион, если будет человек, они все будут хором петь. И это так окрыляет, потрясающе просто. У меня уже несколько песен, вот такие... когда все вместе поют. Но особенно это здорово на песне офицера, где одна гитара играет, под гитару поет огромный стадион. Зажигает там все красиво очень. Да, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, и потом вернемся и продолжим. Олег Газманов сегодня с нами на прямой связи, и вы оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами певец-композитор Олег Газманов. Здравствуйте еще раз. Да, еще раз. Всем привет. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, звоните из-за рубежа, код +371, и пишите в WhatsApp 2-00-6191. Ну вот за последнее время вы издали и сделали клипы, несколько патриотических таких песен. Это песня «Россия вперед», «Бессмертный полк» также вышел клип. Вот на ваш взгляд, насколько ключевое значение сегодня в России имеет патриотизм, и что для вас значит патриотизм? Три клипа я сделал таких. Это «Никто, кроме нас», да, «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк». Ну, я скажу, давайте я сразу про «Бессмертный полк» скажу. То, что такое патриотизм и так далее, я не готов исследовательскую работу проводить на эту тему. И вообще слово «патриотизм», как бы, когда пафосно звучит, мне это вообще не нравится. Я это принимаю так, на бытовом уровне. Я хочу, чтобы моя страна была лучше, сильнее, чтобы мои дети жили спокойно, радовались жизни, там, работали, проявляли свое там творчество во всех аспектах своей жизни и так далее. Для этого нужно всем как бы вместе что-то делать одно. Но в этом направлении, по крайней мере, двигаться. Вот как бы так формулировать. Что касается музыки, я скажу, что такое для меня песня «Бессмертный полк». Я 2 года назад на гастролях в Перми прошел и нес такой плакат, где были портреты моих родителей, отца и мамы, которые прошли всю войну. Отец дошел до Берлина, мама закончила войну на Халкинголе. И я шел в составе огромного количества людей, которые несли портреты своих предков, которые погибли на войне, которые воевали. И после этого вот говорить о том, что о значении моей страны, Советского Союза тогда, да, о том, что вот сейчас собираются переписывать историю, вот я считаю, что вот это не даст переписать нашу великую историю. Когда я шел, я думал, что вот в моем сердце был этот бессмертный полк. Вот все вокруг, мы были как одно сердце, понимаете? И я думаю, что пока наши потомки будут помнить, будут
наши внуки, правнуки, праправнуки будут нести пожелтевшие портреты своих предков-героев. Вот. Пока это они будут делать, да, мы не умрем. Мы все будем бессмертным полком. Сейчас, извините. Да, да. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, задавайте вопросы. Олег Газманов у нас сегодня на прямой связи. Ну вот вы сказали о том, что пока будут помнить, но сейчас можно услышать такую точку зрения, что чаще раздаются голоса, можем повторить, и это многих пугает, потому что теряется эта связь между поколениями. Молодые люди уже, ну, практически не общаются с теми, кто видел войну, и, соответственно, вот этот романтизм приходит, что война – это подвиги, это героизм, это как, когда красивые фейерверки. Вот нет ощущения, что все-таки этот иммунитет к войне, он проходит? Есть ощущение, что он резко проходит. И более того, есть целая, ну, как бы, группа, ну, не группа даже, целое сообщество, может быть, да, и, может быть, даже и страны, которые готовы сделать так, чтобы он побыстрее вот прошел иммунитет. Это ужасно на самом деле, потому что, не дай бог, будет следующая мировая война, будет последняя для человечества. Надо это понимать и отчетливо понимать. Вот. И поэтому нужно рассказывать, что война – это нет, это не компьютерные игры, это не легкая прогулка романтическая и так далее. Это черная работа просто, грязь, кровь и смерть. Знаете, я прошу прощения очень, просто я как бы продолжаю жить, да, и у меня вот звонки, если сейчас ко мне друг придет, я должен сейчас его встретить, чтобы он не ворвался в эфир, и сказать, чтобы подождал, да, я не... Поэтому вот сейчас он заскребется там где-то в доме. Я выйду и скажу ему. Да, мы пока проанонсируем, кто у нас будет, и попросим наших радиослушателей быть активными. Так что, да, воспользуемся этой паузой. А давайте я просто сразу ему скажу. Ладно, на секунду, прошу прощения. Да, хорошо. Олег Газманов, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Все происходит в прямом эфире. Кстати, лишнее тому подтверждение. Мы как раз все живое, все по-настоящему. И поэтому вот Олег Газманов. Да, вот он уже пришел, уже сел, уже вот этот знак понял. Вот. Сегодня, кстати, день друзей, знаете об этом? День друзей. Сегодня говорят в сети. В сети каждый день какой-то, то день котов, то день еще. Сегодня день друзей. Мне уже куча друзей прислали, что мы друзья, привет-привет. У меня, кстати, есть две песни. Одна песня называется «Друг», а вторая начинается так. Я измеряю жизнь количеством друзей, расстояние тревогами разлук. Такая у меня есть песня. А на ваш взгляд, что, вот сейчас дальше, да? О дружбе. Ведь в Фейсбуке сейчас модно иметь много друзей. Ну, в общем-то, друзьями они не являются. Вот, на ваш взгляд, сейчас... Беззвучных друзей. Вы в социальных сетях, кстати, представлены? Как вы... Да, я представлен, да, в сетях. Ну, я как представлен? Значит, Инстаграм и Твиттер я, ну, как бы, туда ныряю и там что-то пишу. А вот ВКонтакте, Фейсбук, там еще какая-то там Одноклассники, у меня как бы автоматически транслируется из Инстаграм и из... Твиттера. Потому что невозможно во всех сетях сидеть там, никакого времени не хватает. Ну вот вы просто интервью. В Твиттере мне интересно, потому что там нужно коротко что-то сказать, а я люблю коротко говорить. Ну, как бы так форматировать свою мысль, чтобы она сразу дошла. А в Инстаграм, ну, делишься фотографиями, событиями, кусками концертов и так далее. Ну вот в одном из интервью вы сказали о том, что даже самые навязчивые, самые фамильярные поклонники, которых встречаешь на улице, они, ну, в общем-то, гораздо гуманнее, чем те люди, которые пишут в Инстаграме, потому что там много хейтеров, и они никогда не скажут это в глаза. Тяжело воспринимать такие комментарии? Да, много появилось таких людей, подлых, я считаю, которые, зная, что им за это не прилетит, отвязываются вот в этом в соцсетях, там всякие гадости пишут, матерятся. Ну, что делать? Я раньше там что-то писал, какие-то стихи даже снял на эту тему. Я сегодня утром ранним встал, что-то и забанил всех, кто что-то такое матерится, и за них же помолился. Какие-то у меня были. Я еще помню в этом, какая-то женщина у меня в Твиттере очень сильно меня, она, видимо, была или есть преподаватель по русскому языку там, и говорит, как же вы коверкуете нашу русскую речь? Я говорю, а как я коверкую? Вот вы даже запятые не ставите там. Я говорю, ну это же Твиттер, там 140 символов, нужно уместиться. И она, нет, так нельзя, там вот на вас смотрят миллионы людей, а вы коверкаете. И я написал ей, такой пост даже сделал, написал, что это уже не
не речь в понимании вот правил таких, да, а это уже твитопись. Твитопись. Это отдельное, как бы отдельное уже образование для коммуникации. И написал такой стишок: «Мы друг друга понима с полусло и с полувзгля. Буду твиты сокраща, чтобы больше помеща». Вот. И написал, если вот кто-то не понял, ну ставьте дизлайк, значит. А если вот поняли, то им все это поняли, радостно заорали, поняли. И я понимаю, что вот сейчас такая форма общения, когда некоторые слова такие длинные, уже не хочется их писать просто. Вот. Вот когда мне пишут мои друзья, которые прекрасно знают русский язык, пишут вместо «сейчас», они пишут «ща». Я уже понимаю это все. Мир меняется. Ну вот как раз вопрос из Фейсбука. Губин МВ спрашивает у вас. Когда вы пели «И не сменится никак вошь», то кого вы имели в виду? Вот ваша песня «На заре». Не ошибаюсь. Это очень смешная история была. Я наконец расскажу. Ну, постараюсь коротко. Одно время где-то на гастролях в Сибири мы пересеклись с Никитой Сергеевичем Михалковым. И он говорит: «Олег, а не возьмешь ли ты написать песню? Мне просто такой народный хит нужен. Дело в том, что мы будем делать продолжение фильма «Белое солнце пустыни». Я говорю: «Ну, конечно, я очень буду стараться, это гениальный фильм. Дайте сценарий». Он дает сценарий. Сценарий такой. Это, чтобы вы понимали время, это начало перестройки. Сценарий такой. Сухов возвращается на родину, его тут же принимает НКГБ, НКВД и сажает в тюрьму. За превышение типа служебных полномочий, там, за связь с гаремом, не знаю за что. И он сидит в тюрьме, долго сидит. Умирает его жена. У него двое детей остаются, дочка и сын. Там всякие события происходят, и сын приходит к нему, а его не выпускают. И тут дочку крадут какие-то наркоторговцы, там, или там, не знаю, торговцы проститутками, не знаю кто, и увозят туда, где он воевал. И сын приходит, говорит: «Папа, что делать? Я не знаю». И отец молится, чтобы наконец умер вождь, потому что дадут амнистию. И не кончится никак. Век и не сменится никак вождь. Вот я написал. Дальше происходит вот что. И как бы человек пишет, он в неволе сидит. «Я на воле не был 100 лет. Я забыл, как шелестит бриз. Птица белая летит вверх. Отражение скользит вниз». Там про дочь тоже, значит, про дочь там тоже слова есть и так далее. И конец истории такой, что он наконец вождь меняется, значит, ему дают амнистию, он прилетает в Туркестан, заходит в Чайхану и сына, и встречает Абдулу, который, оказывается, не погиб, а стал начальником милиции. В общем, жесть. И я такую песню написал. Прохожу к Никите Сергеевичу, говорю: «Никита, песня». Он говорит: «Песня супер, но фильма не будет, говорит, понимаешь? Там что-то с финансированием не получится». Вот. И песня так и осталась. Поэтому вот я достаточно убедительно вам ответил, откуда взялся «Не сменится никак вождь». Ну вот еще вопрос с Фейсбука задам вам. Марк спрашивает, как вы относитесь, вспоминая вашу реакцию крупным планом к песне «Шнура», «Москва», «Золотые купола»? Значит, реакции вообще никакой не было. Это так смонтировали, просто реакция была такая. Я сидел на «Новой волне» и смотрел, как зажигает шнур. Я это сидел до тех пор, пока не стали материться со сцены. После этого мне стало неприятно. Может, неприятно, потому что вокруг были женщины, дети. Я стал просто тихонечко и слинял. Видимо, этот момент они написали. А так, Москва, ну пусть поешь, что хочешь. Я считаю, просто ну, некоторые моменты мне неприятные. Но не в песне про Москву. Каждый может свою песню про Москву написать. У меня вопрос. У меня две песни про Санкт-Петербург, кстати, есть. Ну вот еще один вопрос из Фейсбука, и я просто поясню, почему, по всей видимости, наша радиослушательница задает вам именно этот вопрос. Она спрашивает, как вы себя чувствуете, и в интернете за последнее время действительно не раз появлялись новости о том, что вы смертельно больны, и, как известно, слухи об этом слишком преувеличены, как говорят обычно, да? Ну вот как вы вообще относитесь к этой истории? Ну как, к слухам или что? Ну к слухам так, как к слухам. К фейкам так, как к фейкам отношусь. Сейчас вообще у нас уже... Мне кажется, фейки занимают большую часть вот в сетях, потому что люди почему-то им верят в какую-то чушь совершенно. Вот я сижу здоровый, нормальный, молодой мужчина. Все хорошо. Вот. История такая. 8 лет назад
у меня вырезали такую опухоль, называется гранулема. Она не определили, что она злокачественная, но на всякий случай удалили. У меня были проблемы, и я это все рассказал Лере Кудрявцеве в «Секретах на миллион». Но это все преподнесли так, значит. И радостные СМИ некоторые, фейковые, да, ухватились за это. И такие заголовки стали. Газманову там в опухоль вырезали. Вот поэтому все нормально, мои поклонники уже в курсе. Я тут же в Инстаграм. Кстати, вот если вам что-то непонятное, да, и хотите задать вопрос, подписывайтесь на мой Инстаграм. Я его сам веду. Твиттер, Инстаграм. Задавайте вопросы, я большей частью читаю. Мне просто интересна обратная связь, что про меня пишут, что думают мои именно поклонники. Вот. Поэтому из первых уст лучше услышать, чем 10 раз там прочитать какую-то фейковую новость. Ну вот многие эту историю, конечно, комментировали, в том числе и ваши поклонники, и, может быть, не поклонники. Например, оппозиционер Алексей Навальный, он написал в своем блоге Олегу Газманову, неистово воспевавшему 20 лет достижений Путина, сделали медицинскую операцию в Германии. То есть он пытался уколоть вас в том, что вы, поддерживая политику нынешнего президента, в то же время поехали на лечение за рубеж. Как вы отреагировали на это? Да как я... Я, понимаете, вот сейчас мы его раскручиваем, да, типа Навального. Навального этого. Ну, у него дочка учится, например, в этом университете в Америке. Я же не пишу, что же так, борец коррупции, слушайте, на какие деньги там, на деньги, на данные. Я не хочу это говорить про это. Я свободный человек. Я на свои деньги могу ехать куда хочу. Покупать то, что я хочу. Но честно заработаны деньги. Я не судим, не судился и никогда не буду судиться. Вот. Моя жизнь зависит от тех денег, которые я зарабатываю с концертов и от авторских. Это раз. Во-вторых, на тот момент, 8 лет назад, мои врачи, которые меня смотрели, сказали, что есть один очень хороший специалист. Это очень узкая специализация. Удалить, очень сложная операция, удалить опухоль со связки. Самый лучший специалист мне сказал, что будет примерно 60 на 40. 40%, что после этого я не смогу петь. А наши... вообще как бы не очень брали за это. Поэтому я и поехал, и слава богу, что все удачно получилось. И я не собираюсь там перед Навальным оправдываться, что я там, кого я воспеваю. Я воспеваю мою страну, я люблю свою страну. Я делаю все, я сажаю деревья. Вот я посадил больше 3000 деревьев. Сколько деревьев там Навальный посадил? Чем он все время кого-то там ищет, там выискивает? Ради бога, пускай занимается, это хорошо, наверное, он делает. И слава богу, что он ко мне прицепился. Ну, вы являетесь доверенным лицом президента России Владимира Путина. Вас устраивает все, что происходит в стране сегодня, в России? У меня многое не устраивает, много напрягает. И я думаю, что любого человека в любой стране многое не устраивает. Но это не значит, что если сейчас вот сказали бы, был бы ты еще раз доверенным лицом Путина. Я считаю, что на сегодняшний день нам повезло. Потому что Путин делает все возможное вот, для того, чтобы моя страна процветала. Конечно, бывают и ошибки, наверное, или что-то. Я не политик, я не экономист. Но что я хочу сказать, вот опять же. Если сравнивать с 90-ми годами, то мы неизмеримо поднялись. Вот посмотреть на Москву, если раньше вот я из Нью-Йорка прилетал, вернее, в Нью-Йорк прилетал, думаю, как же это здорово, небоскребы там, аэропорт большой. То сейчас в Москве лучшие аэропорты в мире. Не один, а многие. Новые аэропорты, новые дороги делаются. Это все на глазах, понимаете, вот на глазах. Еда сейчас в Москве. Наверное, из Италии нужно приехать, чтобы хорошую итальянскую пищу поесть в Москве. Понимаете, я говорю это не из того, что я кого-то там восхваляю, не восхваляю. Вот сейчас вот можно спросить реально вот любого, чтобы не врал. Вот по-честному скажи, как в Москве живется. Как это? Да, конечно, все это стоит денег. Но везде это стоит денег. Везде так проходит. Мы, конечно, из недостроенного социализма резко шагнули в другую какую-то сферу и стараемся делать так, чтобы было лучше. И я буду стараться изо всех сил делать так, чтобы мне было хорошо, моей семье и моей стране. У нас звонок. Да. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Константин. Да, задавайте вопрос. Традиционный вопрос хочу спросить у Олега, очень уважаемого, по поводу политики и артиста. То есть как он относится к тем моментам, когда артисты, исполнители, актеры начинает выступать со своих трибун, получать население, как правильно, как неправильно голосовать, как правильно, неправильно относиться к власти, там, всякие Макаревичи, там, Ефремовы и так далее. То есть считает ли он возможным человеку искусства со своей башни, своей колокольни, набранного авторитета в искусстве, обращаться к населению с получениями в политическом плане? Да, спасибо вам за вопрос.
Вообще, я могу сказать, что многие из перечисленных артистов и неперечисленных меня очень сильно разочаровали. Просто разочаровали. Что касается, может он или не может, это дело его совести, наверное, скорее. Законом не запрещено. Хочу что-то сказать, опять же, фейковые СМИ. Почему-то все время пишут, что я участвовал в выборах за Ельцина, голосуй или проиграешь. Так вот хочу, вот если такая трибуна у меня есть, я хочу сказать, ни разу, никогда, впрямую, ни за кого я не говорю, голосуйте за это или за это. Ни разу, никогда, ни при каких обстоятельствах. Я стараюсь от этого уйти. Мое мнение, если спросят, я могу сказать, что я думаю. И то не впрямую, а вот ну, как бы так, косвенно я могу как бы. И вообще все видят, да, что я думаю и что я делаю. Я открытый человек. Теперь, что касается... Я думаю, вот мое личное мнение, опять, могут и не могут, ну, могут, раз законом не запрещено. Мое личное мнение лучше не стоит. Вот не стоит это делать. Потому что пускай народ сам разберется без нас. Вот. А если артист идет во власть, в политику, вот, депутаты, тогда он должен свои идеи, но он за себя должен говорить. Вот я такой-то, я хочу сделать так-то и так-то, выбирайте меня. Это мое мнение. Еще звонок у нас. Здравствуйте, слушаем вас. Как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте, Олег. Вот не знаю вашего отчества, извините, поэтому... А вот, можно, Олег? Хорошо, спасибо. Вот вы выступаете на сцене, и так задорно, и кувырки, и прыжки. Я думаю, боже мой, какой артист. Оказывается, вы еще и цирковой артист. Может, кто-то не знает вот это. А теперь у меня вопрос по делу. Я не цирковой артист. Никогда не были разве вы в цирке? Просто у меня столько адреналина, что если я не прыгну, я лопну. А, ясно, значит, я напутала. А теперь вопрос. Вот, например, вас сделали удивительно невъездным в Латвию, и еще более удивительно Валерию невъездной в Латвию. Вот вы и ваша коллега Валерия, вы что-нибудь, какие-то шпильки, уколы в сторону Латвии сделали, какие-то высказывания негативные, или критика, или песни какие-то там, порочащие Латвию. Вот чем вы можете оправдаться, что вы Латвии ничего плохого не сделали. То, что вы России патриот, по-моему, каждый должен быть патриотом. Вот наши... Да, спасибо вам, спасибо вам, вопрос, да, чтобы да, гость пока ответить. Да, я понял вопрос. Ни разу в жизни я ничего плохого про Латвию не говорил. Более того, я очень любил, приезжать. Тем более, что я родился в Калининграде. Прибалтика тоже Калининград, да? Вот. И более того, мой дядя покойный и моя тетя жили в Риге. Вот, значит, и я хорошо знаю этот город, прекрасный город. Ничего только хорошего только говорил. И всегда у меня были полные залы, полные дворцы. Но, тем не менее, вот очень невнятная формулировка, за что меня не пускают. За агрессивную поддержку моего президента, да, и за вопрос с Крымом. Почему тут Крым? Где Крым, где Латвия вообще? То есть как-то они так сказали, я даже сам могу сформулировать. Я думаю, меня не пускают не за песню, сделанную в СССР, как мечтает агрессивная песня, а за песню «Я девушек люблю». Этот, как и ваш министр, не пускает. Наверное, так. Ну вот, в завершении нашего эфира Антон спрашивает у вас, где ясные дни? Где ясные дни? Со мной, всегда со мной. Ясные дни всегда со мной. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Певец, композитор, народный артист России Олег Газманов был гостем нашей программы сегодня. Спасибо, всего доброго. До свидания. Спасибо, друзья. Надеюсь, мир изменится, и мы встретимся на моих концертах. До свидания. До свидания.